Владимир Вольфович, добрый день. Вас приветствует командир батальона Сомали, который воюет в данный момент в Донецком аэропорту. Есть со мной ребята Моторолы, отдельный батальон Спарта. Мы хотим обратиться к вам за помощью. Помогите нам с такими машинами, которые мы можем свободно передвигаться по аэропорту. Примерно такие, как вы подарили в Луганске. Чтобы мы могли спокойно вывозить раненых. И чтобы ничего не происходило, и ребята, мы не рубили машины. Потому что в данный момент у нас много 300-х было за этот период, что мы воюем в аэропорту. Нам бы было очень приятно, если бы вы нам подарили бы какой-нибудь, хотя бы даже те же Нивы, которые очень скоростные и очень удобны для передвижения по боевым действиям. Которые можно легко и свободно было бы вывозить наших раненых ребят и уходить от артобстрела, минометных обстрелов. Если вам подарите, будем вам очень благодарны. Я и Моторола.